У мене злопам'ятності нема. Ніякої. «Динамо» – Київ – це частний клуб. Ви це розумієте? Ви вболіваєте за «Шахтар» в Єврокубках? Це все слухи і враньо. Чи повинен вболівальник «Динамо» вболівати за «Шахтар» в Єврокубках і навпаки, на вашу думку? Це у мене викликає, знаєте, немножко такий рвотний рефлекс. Вороги, суперники, друзі. Ми тоді наш чемпіонат не піднімаємо, а опускаємо. Я не принижую ні Кіндзьоро, ні Кадера. Продали за 4,5 і купили за 3. Дальше. Вам коли-небудь дзвонив гравець «Динамо» і просив допомогти питання з законом? Ви серйозно підготувалися? Про відділ селекції. Легендарний відділ селекції Київського «Динамо», роботу селекційної служби. Дуже хороша селекція у нас, і хорошо ребята працюють. І... А чого ж, ну, вболівальники постійно критикують, вболівальники завжди не задоволені. Ну, що можна зробити? Ну, критикують, пускай критикують. Для цього і вболівальники повинні. Я хочу трошки конкретизувати. Да? Давай. В «Динамо» є спортивний директор Олексій Михайличенко. Да. Да? В структурі будь-якого європейського клубу спортивний директор – це людина, яка відповідає за трансферну діяльність, в тому числі. Є селекційний відділ, який в підпорядкуванні Михайличенка. Согласен. З'явився минулого року віце-президент Євген Красніков, який теж зробив собі ім'я в українському футболі як супертрансфер-директор в «Металісті». І це ні для кого не секрет. Да. Він теж відповідає за підписання гравців. Да. Але він не в підпорядкуванні Михайличенка. Смотрите, правильно я розумію? Когда Красникову надо отдать должное? Вот давайте, ну вы же задаете вопрос, давайте уже разберемся, чтобы это. Давайте, вы хотите вот это как, знаете, как в ЦК Компартии Украины. Первый секретарь второму подчиняется, а второй третьему. Не, просто структура ЦК. Смотри. Красников хотел статус, будучи президентом Федерации футбола Харькова. Это статус? Статус. Ну, напевно. И понимая, что он уходит с этой должности. Почему? Потому что те противоречия, которые есть между Киевским «Динамо» и Федерацией футбола, Красников, переходя в Киевское «Динамо», естественно, хотел получить какой-то статус. «Динамо» Киев – это частный клуб. Вы это понимаете? Ну, звичайно. Все понимаете. Разумеют. Мне не составляло никого. Я согласовал с Михайличенко должность. Что я должен был? Или уволить Михайличенко и назначить Красникова спортивным директором. Или дать Красникову статус какой-то другой должности. Надо дать зарплату, получает человек. Все. Он получил должность вице-президента клуба. При этом надо дать должное Красникову. Красников пошел к Михайличенко. Проговорил все вопросы, абсолютно все, чтобы не было потом недоразумений, что нет, это я привез этого футболиста, нет, это ты привез этого футболиста. Они работают полностью в спайке. Они вместе работают, учитывая, что Красников по-прежнему пока по семейным обстоятельствам проживает в Харькове. И он взял на себя то, что он может взять. Вот он на себя взял, и он отстаивает это, что этот рынок очень интересный и хороший. Это рынок... Латинская Америка. Латинская Америка. Работает человек. Но я вам скажу откровенно, ну так много мне никто еще не звонил. Как Красников? Как Красников. И мы начали сейчас немножко друг друга понимать уже. Он привык работать, так как он работал раньше, допустим, работал с Ярославским. Он должен был доказывать, объяснять, что почему надо привести этого футболиста, как надо этого. Я ему говорю, я не профессионал. Ты согласовывай, если ты считаешь, что надо взять этого того или иного футболиста, ты согласовывай или с главным тренером, и само собой с Михайличенко, и с группой селекции, просматривайте вместе. Я не могу тебе сказать, надо он или не надо. Моя точка зрения окончательно, если мы подойдем к финансам, устроят они меня или не устроят. А это все согласовывает. А видно, у них было немножко работало по-другому. Я не буду утверждать. Но я так думаю, потому как он на первом этапе себя вел, видно, они все согласовывали
Ну, правильно, він був спортивним директором металістів, наскільки я розумію. Вони все согласовували з Ярославським. Ко мне только с цифрой уже приходите, все. А по профессиональным качествам я ни одного трансфера не при... никого никому не навязал. Это все слухи и вранье. Что Сурки ставит состав и покупает футболистов на свое усмотрение. Ігор Михайлович, от давайте от ми підходимо до цікавої теми. Розкажіть, да. Як проходить затвердження кандидатури нового гравця для Київського Динамо? Алгоритм є якийсь? Давайте. От Борусія Дортмунд, я знаю, Борусія Дортмунд, коли там працював Клоп, якого ви вже згадували. Цорк, спортивний директор, Раубель, президент. Я понял ваш вопрос, давайте не терять время. Давайте на последнем трансфере. Франсоль ми беремо. Франсоль. Давайте. Было три футболиста. Франсоль. Еще один футболист. Третий отпал. Могли приобрести одного и второго. В селекции. Три человека. Даже имя назову кто. Давайте. Михаличенко. Бессонов. Изаваров, за Францоля, Голоколосов, Веремеев, за другого футболиста. Вы прізвище іншого футболиста не скажете? Пока нет. Можешь ще з'явиться в Динамо Київ? Пока нет. За другого футболиста. Приходит с этим ко мне, докладное, все ложат на стол, вот так. Я говорю, давайте звоним главному тренеру. Звоним главному тренеру. Однозначно, Франсоль. Я говорю, все. Він його дивився, він був в курсі? Однозначно, говорит, Франсоль. Без всяких, без этого. Мало того, когда он уходил в отпуск, уезжал в Америку, меня Хацкевич просил, купите мне этого футболиста. Второй футболист на горизонте еще не был, что его можно приобрести. Он сказал, купите мне именно этого футболиста. Мы вступили в переговоры. Сразу, конечно, сумма была названа заоблачная, я вам прямо скажу, как оно есть. Мы сделали паузу. Потому что мы сделали паузу, мы нашли футболиста, который, если не получится Франсоль, мы все равно бы купили бы нападающего. По-любому у нас было 2-3 кандидатуры было нападающего. И, а мнение Красникова. Я считаю, что Киевскому Динамо нужен другой нападающий. Ни тот, ни другой. Но это тоже мнение. Но команду сегодня тренирует Хацкевич. И если я ему доверяю, я обязан ему был купить этого нападающего. Почему? Потому что завтра не будет результата. Ну, правильно скажет Хацкевич, ну, вы мне не помогли никак этот результат дать. Сегодня есть Франсоль. Мы смотрим дальше. Но последняя моя встреча между сборами с Хацкевичем была сказана следующее. Ну что ж мы кого-то возьмем в аренду или купим, но в аренду еще куда ни шло. Так мы закроем дорогу Беседину. Я в Беседина очень верю. Но не время пройдет быстро. Через 3 месяца Беседин вернется. Есть Русин, есть Супряга. Да, это молодые ребята. Но им надо давать шанс. Если я сейчас куплю еще одного куплю, сейчас в аренду можно кого-то взять, там, допустим. Я не дам этим пацанам. Все, опять им закрыта дорога. Уверяю вас, если в свое время Лысенко мы бы дорогу не закрыли, он бы стал бы топовым футболистом в Киевском Динамо. Центр форвард был потребен Киевскому Динамо влитку, перед Аяксом. Не получилось у нас. Сорвался у нас один трансфер, он у нас сорвался. В последнюю минуту там сорвался, бывает такое. А просто лишь би для каліцтва ми не хотіли брати. Друзі, підписуйтесь на канал Вацько Лайф, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли буде потрібно. З літа 2014 року. Да. Динамо, знову ж таки, дані Трансфермаркт, я оперую це. Ну, принаймні, у нас є від чого відштовхуватися, джерело єдине. Давайте, давайте. 54 мільйони євро витратило Динамо на нові придбання. Єдиним серйозним підсиленням команди, гравцем, ну, давайте так, якого зараз дуже і дуже складно, не скажу нереально, не буду розкидати словами, замінити рівноцінно, можна назвати тільки Беніміна Вербіча. А Венгра нельзя назвати. Кадра? Кадра нельзя. Ну, я готувався до такої відповіді, Ігор Михайлович. Я просто буду... А Кінзіора? Ігор Михайлович, я, да. Ну, дивіться. Ну, я вам скажу так. Ну, якщо... Ми вже, ви знаєте, що? Ну, ми тоді взагалі не... Ми тоді наш чемпіонат не піднімаємо, а опускаємо. Я вам приведу примір. Шахтер бере на просмотр защитника з Маріуполя.
Чего мы там? Его отпустили бесплатно. Не хватает кадров сегодня в украинском футболе. Наверное, у них стратегия. Игроки атаки – это бразильцы. Игроки обороны – это украинцы. Но они берут... Ну, это футболист не уровня Шахтера сегодня однозначно. Мы его бесплатно просто отпустили. Я ничего не... Может, он вырастет там. Через 3 года будет топовым футболистом. Я ничего не могу сказать. Но Томаш Кадар сегодня – это игрок сборной Венгрии. Капитан команды. Да, может быть, он не того уровня, чем Драгович или Вида, если сравнивать его. Но это то, что сегодня лучшее есть у нас на сегодняшний день. Я никогда... Во всяком случае, если от меня зависит, не позволю, чтобы моих игроков огульно критиковали. Тот же Кинзёра, как он вырос по сравнению с тем, какой он к нам пришел. Но на сегодняшний день у нас есть эти футболисты. Я не принижую ні Кінзьору, ні Кадара. Не да, принижу. Так кого ми ще купили 2014 року? Давайте, ви ж назвали суму. Я просто хочу сказати одну річ. Коли не грав Кадар, великий матч проти Шахтаря, да. Вийшов Віталік Миколенко. Да. І зіграв так, що після цього матчу в збірну потрапив на цій же позиції. Ми програли. Програли. Програли не через помилки Миколенка. Він відразу, Шевченко був на грі, потрапив до збірни. Розумієте, тут я не кажу, що Кадр це там провал, Кінджора це провал. Але реально впливовим футболістом став тільки Беніні. Ігрок, а так і хороший футболіст. Без якого зараз складно, який виражив на позиції. Та я не бачу, щоб ми особо кого-то і покупали, я не розумію. Ні, у вас були трансфери не тільки покупки за гроші, хоча їх теж було багато. Да. Були і, наприклад, вільні агенти там приходили, Гладкі, Грому і так далі, тому подібне. Говорить, що ми за них нічого не... Гладкі, Громов, Сергій Станіславович приходив, хотів їх в команді, я їх брав. Далі там Кадар, Пантіч і так далі, тому подібне. Це здавалось вільні агенти, але з точки зору футболу як бізнесу, да? Да. Це підйомні, це зарплати. Согласен. Ну, время наступило таке, що прийшлося усилюватися такими. Якщо ви візьмете от цей період і до цього періоду, то ви мені не назовете, от візьмемо 4 роки, допустим, 2014-2018, да? Сколько мы взяли там свободных агентов. И до этого вы мне не назовете даже близко, потому что тогда времена были другие. Тогда шли с удовольствием. Слышали «Динамо Киев», слышали «Лигу чемпионов» и шли в страну. Чемпионат был. Давайте я назву інші прізвища, за які платили гроші. Дріс Гонсалес – 9,5 мільйонів. Антуниш – 7,5 мільйонів. Антуниша продали? Только не за 7, а продали за 4,5 и купили за 3. Дальше. Ну просто це люди. Це, а я вам говорю, дальше. Антуниш удачно. Антуниш удачно. Ви вважаєте, це вдалий трансфер. Був удачний трансфер. Він дав то, що він мог дати, і ми його продали. Я просто хотів почути. Да, він не топ-футболіст, і ми його приглашали, і ми розуміли, що він не топ-футболіст. Я вважаю, що це був удачний трансфер. Він нам дав то, що він мог нам дати, і захотів грати в Іспанії, і заявив желання. В рассрочку, но Гетафе выплатила за него деньги. А Дерлиса мы поменяли. Вот мнение Красненького, что он не прогрессирует. Лучше взять Буэна, он сильнее. На 2 года отдать того в аренду туда, во всяком случае, мы не потеряем деньги. Если он там засветится, у нас будет возможность его продать. По каким критериям, по каким качествам он не подошел здесь тренерскому штабу, наверное, появился Вербич, Цыганков, и он не сумел конкурировать. И не более того. Ну, а такого футболиста, правильно вы говорите, держать за 9,5 миллионов, держать на лавке, это... 9,5 зарплата. Да, это очень дорого, согласитесь. Мы взяли Буэна, молодой парень тоже. Ну, пускай прогрессирует, доказывает. Сейчас на сборе у Хацкевича абсолютно мнение поменялось по отношению к нему. За допомогою смартфона можна не тільки ставити запитання зірковим гостям. Завантажуй додаток «Фаворит спорт» та отримуй ще більше емоцій від футболу. Ставки на спорт доступні, де б ти не був. Деталі в описі відео. Ви вже зачепили тему бразильців? Да. З 2002 року? Да. Порядка 80 мільйонів євро витратили на придбання латиноамериканських футболістів. Ви серйозно підготувалися? Я завжди готуюсь. Ви знайшли для себе відповідь на запитання, чому серед цих футболістів, латиноамериканців, які прийшли, напевно, тільки Діого Рінкон, якого ви вже теж згадували, відіграв
ключову роль в команді. Я, можна, ви скажете, там, можливо, мені кажется, Клебер, просто... Кореа, Бетао, Данілу Сілва, але вот, ключовий був Рінкон. От мені кажется, що їм треба бути в команді, по 4, в нашій країні, щоб вони були по 4, по 5 футболістів, тоді вони заіграють. Це моє мнение. Може, воно ошибочно, я не знаю. Ну, індивідуально по одному, по два, ну, не виходить. От зараз як три, вроде би, почало щось склеюватися. Хороше настроєння у Чичі, у Скідлі, хороше настроєння Буена, вроде бы ожил немножко. Мне кажется, они должны быть как-то не по одному, вот мое мнение. Вот еще почему мы забываем Данила Сильва, Бетао. Я всегда высказываю. Я сказал, Данила Сильва, Клебер, Кореа, Бетао. Ну, прекрасно отработали ребята, ну, прекрасно отработали. Але просто далі є список, який, ви знаєте, ну, ви розумієте кто? Порівняння. Андре? Да? Ну, дивіться. Андре, ми отримали гроші, наконец-то виграли час всі процеси з Атлетіком Мінеро. Леандро Машадо, Алесандро, Нані, Родріго, Родольфо, Майкл. З 2002 року, я беру просто загалом. Не будьте таким злопам'ятним, живіть сьогоднішнім днем. Хач, ради Бога, почему я не злопам'ятний. Не считайте чужие деньги. Не рахую абсолютно. Ну, послушайте, Боже, я вам еще раз говорю. В этом деле вы работали, по-моему, спортивным директором Карпат. И вы понимаете, в этом деле... Должно совпасть очень много факторов. Вы приглашаете, тренеру этот футболист должен подойти, и в команду он должен влиться. И он может быть сильный очень футболист. Но по каким-то критериям он не вливается. Виноваты кто? Машада, не там, Нани и прочее, прочее. Ни одного, я отвечаю за каждое свое слово, ни одного футболиста по моей инициативе в команду киевского «Динамо» я никогда лично не приглашал. Чтоб мне кто-то понравился, сказал, так, я его беру, кто бы ни был тренером, он будет играть. Никогда. Все согласовано всегда с теми, кто работает на данный момент. Да, много тренеров у нас поменялось. Ну, к сожалению, мне было бы интересно посмотреть это противостояние Лобановский-Луческу. Очень было интересно. Ну, такие тренеры тоже рождаются раз в 100 лет. Ну, а где эти тренеры, которых я увольнял? Где они работают? Расскажите мне просто-напросто. Вот те, кто вот эти вот критики ваши, которые рассказывают. Нет, я, ну, не, Ребро працюет в ФНС. Ребро в ну, вот знаете, почему працюет? Чему? И может, и в топ-клубе еще будет працевать. Ну, я уважаю его дуже сильным тренером. А знаете, почему? А я вам скажу, почему. А почему Ливоненко его не любит? Реброва. Критикует его всегда. А он не любит сильных. Он сильных не любит. Кто? Ливоненко. Ливон? Да. Я готов же, я говорю, в открытую. В прямом эфире. Только в прямом. Даже на вашем канале. Чтоб ни я, ни он не знал. Любой матч. Сесть и с ним прокомментировать. Я гарантирую вам, что я назову из двух составов повидим по картинке из 22 15 футболистов, а он по фамилиям не назовет 3. Я любую мазу с ним могу поставить. Знаете, что такое? Любую ставку. Я знаю, что. Так как может быть сегодня сидеть человек на канале, критиковать, даже не смотря футбол? Дивіться. Це... Мене злопам'ятності нема. Ніякої. Тому що ну, це не моя справа. Це питання до вас, як до президента клубу. Питання, які цікаві вболівальникам вашим. Вболівальникам, які... Да многі вболівальники не знають, мільйони. Хто такий Машада був. Ви вспомнили, що було, коли це саме... Коли це було? Це було 2001 чи 2002 рік? Я запитаю про продаж гравців. Давайте. Ви знаєте, знову ж таки, що пишуть, за що критикують? Давайте. Велозу, Віда, Мбокані, Хачеріді, Мараєс. Футболісти... За українськими мірками особливо топ-якості. Погодитесь? Так. Да. Це футболісти, які покинули «Динамо» вільними агентами. Так. Да. «Динамо» нічого на них не заробив. Не забагато? Нормально. Це нормально? Абсолютно. Отработали контракт. Бернард, чому так много не говорять, покинув вольним агентом. Аргентинець Факунда Феррера покинув вольним агентом. Ніхто нічого. Буває, не вдається договоритися. Віда – хороший футболіст, я його люблю, як футболіста, скільки він дав київському «Динамо». Ну, коли к тебе приходять і говорять, що хочемо отримати зарплату 3 мільйони, то треба підписувати, якщо ти уверен, що ти на п'ятий год виплатиш цю зарплату, а не просто поставити підпис і сказати, я ставлю це, говорять в вашій програмі.
Вот потеряли футболиста, подписали бы, продали бы его. А что его не покупали, когда у него 2 года был контракт? А я подписываю на себя обязательство. Если я подписываю Виду, 15 миллионов. Вилозу, это мнение было тренерского штаба Реброва, не подписывать с ним. Так огульно, 5 назвали и пошли так, не под... дальше кто? Вот по Виде я вам рассказал. Хачериди? Хачериди. Предлагал, не захотел. Бакани? Бакани не нужен был команде киевского «Динамо», так как он себя вел. Хочу играть только дома и играть все игры. Морайс? Морайс хотел, очень хотел, я встречался с ним, клялся вот здесь, сидя в офисе. Что-нибудь в жизни никогда. Только если в Китай поеду или в какой-то другой клуб. А уже в это время подписал контракт с донецким «Шахтером». Больше денег, может, предложили. Может быть, ему больше понравилось там играть с бразильцами, своими побратымами. Я ж не знаю. Вин для вас зрадник? Нет. Вот ваша, обманщик. Ваша цитата. Нет, он не зрадник, он обманщик. Он мог мне просто в глаза сказать. Я принял для себя такое решение. Я подписал контракт. Но он сказал, что он решение влітку прийняв. Он принял решение зимой. Мы об этом не просто так говорили. Я б Морайсу нічого не сказав, я б просто не потиснув йому руку. Да. Ваші да, слова. Да. По суті, це можна сприймати як публічний заклик до ваших гравців. Послушайте, смотрите. Уедет Морайс, уедут многие бразильцы, многие. О них ніхто не вспомнит. А если наши украинские ребята, которые выигрывали трофеи, такие как Чигиринский, вот выиграл кубок УЕФА, тот же Ракитский, там, украинские ребята, они будут помнить всегда. И будут им честь и хвала, так же, как помнят Демьяненко, Заваров, Михаличенко, Бессонов, которые выигрывали европейские кубки. Их помнят, их чествуют. Их знают в лицо, у них берут автографы. Это наши украинцы. Мне что надо думать о Морайше? Еще полгода, год-два он поиграет в «Шахтере», и на этом все будет закончено. Завтра ему его поманят и предложат ему на 100 тысяч больше. Он забудет, что такое «Шахтер», перелицуется и побежит в другую команду. Но когда человек, который... родился в киевском «Динамо». Киевское «Динамо» много дало для него. Он был тренером неоднократно в киевском «Динамо». И сам написал заявление, что я подтверждаю, это Ёжов Ёжович Саба, и одел вместо бело-голубой футболки, одел помаранчевую, то, извините меня, это у меня вызывает, знаете, немножко такой рвотный рефлекс. Но за свое интервью, что он больше болеет за «Шахтер», он уже все выиграл под болельщиков. Про «Шахтар» хочу з вами поговорити. Давайте. Ви вболіваєте за «Шахтар» в Єврокубках? Я не можу сказати, що у мене серце вилітає, але я завжди хочу, щоб вони виграли. Прежде всего, знаєте, для чого? Не для того, щоб «Шахтар» став популярніше, а для рейтингу українського футболу. І тоді зі своєю командою легше розмовляти. А чому вони можуть, а ви не можете? Чи повинен вболівальник «Динамо» вболівати за «Шахтар» в Єврокубках і навпаки, на вашу думку? В сьогоднішній ситуації – да. Ті ж причини, та ж аргументація? Чи... Ну, в сьогоднішній сложившейся ситуації в Україні, я думаю, що нам треба боліти друг за друга в Єврокубках, особливо на міжнародній арені. Ми – молода країна, независимая, ну, еще не ставшая полностью на ноги. И если мы были, ну, были бы страной, как Франция, там, Германия, то не должен болельщик болеть. Но я никого не заставляю, никого не призываю. Я говорю о своих ощущениях. Восени, ну, уже взимку, да? Да. Перед останніми турами Єврокубків, групових турнірів, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, ви вийшли в медіа, закликали вболівальників «Динамо» прийти в Київ, підтримати «Шахтар» на матч Ліги Чемпіонів з Ліоном. Да. Скажіть чесно, вас зачепило те, що на матч Ліги Чемпіонів «Шахтаря» проти Ліона в Києві прийшло втричі більше вболівальників, ніж наступного дня на матч «Динамо» проти Яблоніця? Вообще ніяким образом не зачепило, об'ясню чому. Перше, на матч «Шахтер-Ліон» це був принципіальніший матч, де рішалось турнірне значення команди, це раз. Он был интересный с маркетинговой точки зрения, я бы так сказал, для картинки, даже для зрителей, прежде всего. И не имеет значения, это ж и показывает о том, что украинский болельщик на международной арене пошел болеть за «Шахтера».
Не все ж приехали из Донбасса, правильно или нет? Это те переселенцы, там, которые есть. Матч «Динамо» Киев вообще ничего не решал. И я вам скажу откровенно, там, я не помню, сколько зрителей у нас было, 7,5 или 8 тысяч. Ну, за офіційними даними, там 11, там 11 злишком, значит, там 38. Я не помню, в три раза больше, так. Так назовем. То матч ничего вообще не решал. С командой, которую, я еще вам откровенно скажу, до жеребьевки я не знал, что существует такая команда «Я». Ну, честно, я вам, я говорю, как оно есть. Но я не знал, что есть такая команда вообще, что Яблонец есть такая команда в Чехии. Ну, Спарта Прага, Виктория Пилсен. Это я знал. Я не знал, что есть такая команда год тому назад, Шкиндербел. Я не знал, что есть такие команды. Поэтому меня это абсолютно не зацепило. Но я могу сказать с полной уверенностью, я это делал искренне, я это делал от души. Если бы надо было сделать еще раз, я бы точно так же бы сделал. И уверяю вас, что если бы было бы наоборот, донецкий «Шахтер» бы то же самое в лице, подчеркиваю, в лице Ахметова сделал бы то же самое. Багато болівальників Київського «Динамо», ну, я думаю, ви знайомі з фідбеком після цієї історії. Да. Вони писали... Пустив хату. Ні, я не... Да. Вони писали про те, ну, пустив хату, це зрозуміло, да, там да. Різні думки були. Да. Я на чому хочу акцентувати. Вони кидали камні на адресу менеджменту Київського «Динамо», і навпаки, вони робили компліменти менеджменту «Шахтаря», якому в короткі сроки, тому що ніхто ж не сподівався, що матч буде зіграно в Києві, там форс-мажорні обставини з перенесенням. Вони робили компліменти менеджменту «Шахтаря» за те, що вдалося рекламну кампанію масивну, масовану в Києві провести, масивну, активну, і це зіграло свою роль. Хвалять Палкіна, називаючи його найкращим генеральним директором футбольного всіх клубу времен народу в Україні. Ну, не всіх времен народів, ну, на даний момент в Україні. Хвалять хто? Ну, наприклад, ті ж болівальники, багато футбольних людей, багато ваших колег хвалять. Ну, честь і хвала, що я змогли зібрати там 31 тисячу. Я хотів вас запитати таку річ. От, генеральний директор, такий як Сергій Палкін, у вас з ним специфічні стосунки? Я, ну, судячи з того, що в медіа, так, висловлювання, коментарів. У мене ніяких стосунків. Ви б хотіли, щоб такого рівня професіоналізму, масштабності людина була генеральним директором «Динамо» Київ? Я не задумався над цим. Мене устраивают ті, хто працює сьогодні в київському «Динамо». Мене абсолютно устраивает Михайличенко. Генеральним Резо? Як Резочек? Резочек Хеленіза работает. У нього є направлення, по которому він працює. Він робить примерно все те ж саме, що робить Палкін. Это представительские функции при жеребьевках. Он все время, он находится 24 часа при команде. Он знает 3 или 4 языка, он находится и переводчиком, и он делает то, что на него прежде всего возложено. И он справляется, а Палкин же не занимается маркетинговыми вещами, занимается службой, которой он подчиняет это. Значит, мы, я могу сказать, вот на матч с «Олимпиакосом» начали продавать билеты, ну, очень рано, я считаю, за 2,5 месяца это очень рано. На сегодняшний день продано где-то порядка там 10 тысяч билетов. На сегодняшний день продано. Надеются люди, у нас так люди, ну, так, уверяю вас, что если мы хорошо сыграем в Греции и будет интрига второго матча, то я думаю, что 40-45 тысяч будет на трибунах, на трибуне. Для сегодняшней погоды и для этого времени года, я думаю, что этого довольно-таки приличный результат. Я так думаю. А если, естественно, результат будет такой, который не будет давать нам шансы на прохождение в следующий этап, то, естественно, у людей этот матч не вызовет такой интерес. Интрига очень нужна сегодня. В тяжелой жизни наших украинцев сегодня должна быть интрига. На футбольном поле. Однозначно. С президентом «Шахтаря» Рінатом Ахметовим. Ви вороги, суперники, друзі? Я би сказав, що ми, прежде всего, суперники і в дуже хороших відносинах. Чому? Тому що от Рінат Леонідович був у мене на дні народження і сказав слова, які сложно даже, вы знаете, возразить. Главное, мы родственные души. Я болею за «Динамо» Киев, Игорь Михайлович болеет за
я болею за «Шахтер», Игорь Михайлович болеет за «Динамо Киев». Когда он считает, что серебряные медали мне к лицу, я считаю, что больше серебряные медали ему к лицу. Но если откровенно, я с ним очень в хороших отношениях, и я говорю, я ценю то, что он делает, наверное, так же, как и он ценит то, что делаю я. В непростых условиях, он действительно попал не в простые условия, и он бы мог бы этот проект закрыть. Ему никто бы, кстати, слова бы не сказал. Почему? Потому что все отстроено было в Донбассе, и база, и детская спортивная школа, и стадион. Он сумел это сохранить, и команда находится на ведущих ролях. Ну, это дорогого стоит, поэтому честь ему и хвала. Я вам скажу так, без «Шахтера» нет «Динамо», без «Динамо» нет «Шахтера». Вы часто спілкуєтесь з ним? Ну, довольно, ну, мы по телефону, можно сказать, общаемся, когда есть такая необходимость, и, а так видимся вот, на каких-то мероприятиях. Тема спілкування – погода, футбол, бизнес, ну, політика. В основном футбол. Опять-таки футбол, и вот я ему позвонил, по-моему, после игры с Хоффенхаймом, когда они выиграли. 3-2 на выезде. Да, поздравил его. И он был, ну, знаете, я узнал по его голосу, что это я вроде бы. Потому что у него было состояние, вот как у меня, ну, никакой эйфории. Одна опустошенность. Я говорю, давай лучше завтра созвонимся. И мы с ним созвонили завтра. И эмоции уже были совсем другие. А была пустота. Ну, представляете, в таком матче команда выигрывает не простой команды. Хоффенхайма 3-2. И человек не может разговаривать. Но я понимаю, что он опустошен полностью. Он себя отдал полностью этому матчу. Поэтому эти стрессы очень тяжело переносятся. И, насколько мне известно, он тоже не пьющий человек. Ну, может, наверное, там вина выпить, фужер. Поэтому их надо уметь как-то снимать каким-то образом. Вы можете себе уявить продаж футболиста «Динамо» в «Шахтар»? 5 років тому, якщо... Смотрите, я не мог себе представить, що Бараєш перейдет в «Шахтер». Ну, це перехід, це гладкий перейшов в «Динамо» «Шахтаря». Мені предлагали за Хачеріді 22 мільйони євро. 22? Да. У мене просто цифра 18 мільйонів євро. Мені предлагали 22 мільйони євро за Хачеріді і в аренду взяти Кривцова. Гроші плюс аренда футболіста на позицію? На год. Продавати не хотіли. Я вже где-то склонявся. Если бы отдали бы Кривцова за какие-то деньги. Ну, я же не отдал. Я убедил Хачериди, и мне пришлось Хачериди значительно повысить зарплату. Что, наверное, его и разбаловал. Про ще одного президента хочу поговорити. Давай. Игоря Валерьевича Коломойського. Пожалуйста. Про найбільш знамениту історію ваших стосунків. Ви образились на Коломойського за те, що він на всю країну в прямому ефірі телепрограми дав ваш номер мобільного телефону. Называю вам номер телефона плюс 380-67-466-46-46. Игорь Михайлович Суркин. Для чистоты эксперимента пусть он прокомментирует. Был пенальти или не было пенальти? Ну, вы знаете, для меня это было неожиданно, естественно. Но те слова, которые он услышал, я думаю, что он бы после этого бы не дал бы телефон бы мой. Если бы он бы знал, что он будет слышать те слова, которые я говорил, я вам прямо скажу. Но мне пришлось поменять только телефон, а сегодня это уже как шутка воспринимается. Ну, я бы себе такие вещи бы не позволил бы сделать. Вы же поймите, мне дело не страшно, что он дал мой телефон, но количество звонков, которые звонили и положительных, и отрицательных, и с матами ругались, и хвалили. Ну, я машинально брал пока там какое-то время, а потом я вырубил этот телефон и забыл о нем. А гравці «Динамо» можуть набрати вас в будь-який час, щоб вирішити? В любое время. Во всяком случае, вот за последнее время, вот там, я не буду говорить последние дни, но расскажу, там, за последние там, 2-3 месяца Морозюк звонил, Цыганков звонил на мой личный телефон, который только у меня, Бойко звонил, Сидорчук звонил. Ну, пожалуй. Давайте я запитаю. Трошки так деталізую. Вам коли-небудь дзвонив гравець «Динамо»
і просив допомогти питання з законом. Вирішити питання з законом. Ну, маю на увазі, там зупинили. Не було там, не було ніколи. В нетверезому стані там. Не було. Ладі. Ніколи. Ніколи. Знову ж таки, про Коломойського. Ви спілкуєтесь з ним близько достатньо. Я спілкуюся з того, що люди там можуть побачити. Я спілкуюся з ним, так, да, абсолютно нормально. Чому він так вчинив з Дніпром? Ви знаєте відповідь на це запитання? Ви спілкувалися за цю тему? Ви розумієте, я до кінця не володію інформацією, на самом деле, які були долги, скільки часу не виплачували зарплату. А от він прийняв таке рішення, він чоловік емоціональний. Я не знаю, жаліє він на ньому, не жаліє він на ньому. Ну, он принял такое решение, но это его решение. Это его жизнь, это его решение. Он, может быть, живет больше на Западе и не обращает внимания на то, о чем говорят. Но вы можете себе на секундочку представить, если бы без объективных причин, вот поменяемся финансовой составляющей, меня бы с Коломойским, к примеру, я бы таким образом закрыл бы «Динамо» Киев. Но это немыслимые вещи. Для меня, в моем понимании, он принял для себя такое решение. Мне сложно его осуждать, критиковать его. Вы задавали ему такие питания напрямую? Я ему надоел. Вот как он объяснял, что это ему стало неинтересно. Okay. Вот не углубляя, сколько раз я ему не задавал, зачем ты это сделал? Он говорил, мне стало это неинтересно. Стимулирование третьей стороной, да, в футболе. Это, да, нормально, чи порушение морально-этичных норм? Абсолютно. В нашем чемпионате это абсолютно нормальная вещь. Ну, играет, чтобы команда противника против твоего главного конкурента лучше отдавалась и знала, за что она отдается. Потому что порой эти команды выигрывают одни, и живут одними обещаниями. От зарплаты до зарплаты, и то зарплаты, я считаю, по 10 месяцев не платятся. Вы знаете тарифы? Сколько за перемогу, сколько за ничью? Ну, я не знаю, ну сколько, ну, есть. Раньше были одни тарифы, ну, сейчас другие. Ну, давайте мы не будем будоражить людей цифрами какими-то. Ну, вы не скажете, сколько максимум, який «Динамо» під «Шахтар» під «Восом»? Я не знаю. Я не знаю. Ні, почекайте, як ви не знаєте? Ну, я не знаю. Ну, не знаю. Це не... Ну, я вообще не знаю, было ли это вообще. А, может, это слухи. Юрий Михайлович. Сейчас «Шахтёр», я скажу, допустим, а «Шахтёр» подвозит меньше. Сейчас будет везти больше. Представляете, еще будет, они будут биться, такие команды, как «Александрия» там, и это самое. Ну, вы же сами сказали, что это классно. Я считаю, что для нашего чемпионата, да, это для нашего чемпионата интерес, это... бойня, это плохо. Поехали. Вот у меня же, вот смотрите, по прошлому чемпионату нету ни одного вопроса. Я имею в виду по играм, которые. Вот «Александрии» проиграли по игре. «Зарёй» сыграли, вопросов нет, 1-1. У меня вопрос, как «Черноморца» можно было не обыграть, и как две игры дома нельзя было? Вот вам 7 очей. Вот просто 7 очей, 8 даже. «Черноморец» 2 очка, и дома проиграли ФК «Львов» и «Львову». Вот 8 очей. Эмпата и «Фалью», да. Да, ну как? Ну даже таким составом, и даже вот это играют, показывают хорошую игру. Вот я то, что им объясняю, хорошую игру с «Шахтером». Да, вы проиграли, выиграли, не имеет значения уже. Забыли. Но это прямой конкурент. Можно выиграть, можно проиграть. А выиграли от «Шахтера». Ну, допустим даже, следующая игра стоит же таких же 3 очка. Вот так проигрывается чемпионство. Чемпионство не выигрывается в матчах между собой, а на длинной дистанции, сколько ты сумел не потерять очков в нашем чемпионате. Поэтому я считаю, что если не было бы такого противостояния «Динамо», «Киев», «Шахтер» и другие команды бы против те, что «Шахтер» стимулирует, это ж не секрет, когда играет киевская «Динамо» с кем-то, «Динамо» «Киев» с кем-то. Если бы этого не было, вообще чемпионат был бы неинтересен. Про «Единый пул» хочу поговорить. Давайте. Вы свою думку... Стосовно передачи прав на телетрансляцию в «Единый пул» не изменит. Она негативна. Если, смотрите, транслятор будет канал 1, «Футбол 1» и «Футбол 2», я права никуда не передам. Это прежде всего. Во-вторых, для того, чтобы мне передать права, есть определенные сложности. У меня подписан 5-летний контракт с каналом 2+2. С группой каналов, там даже написано, что топовые матчи, если в хорошее время, имеется в виду «Динамо», «Киев», «Шахтер», может быть, будет показан на канале 1+1. 5-летний контракт с большими штрафами.
И если каким-то образом хотят создать единый пул и силой телевизионные права «Динамо Киев» забрать, то так просто это не получится. Придется пройти через определенные трудности и сложности. Ви не задоволені, як канал «Футбол» висвітлює трансляції ваших матчів в Єврокубках? У канал «Футбол»? Да. Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Ще не хватало би, щоб ви ще матчі плохо, де ми граємо на міжнародній арені. Я ж вам говорю, у вас прослеживається тенденція, или це направленість, или це, як красна тряпка, критикувати «Динамо Київ» в будь-яких ситуаціях. Начиная от руководства, кончая тренерским штабом и руководителями. Меня трогайте сколько хотите. Меня трогайте вопросами. Будем у вас, все будем транслировать, пожалуйста. Не трогайте моих футболистов и не трогайте моих тренеров. Тут зрозуміло. Про канал, про контракт з каналом 2+2. Ще 5 років контракт? Чи... 4 роки, якщо сезон закінчується, ще 4 роки. Ви підписали його влітку минулого року? Так, да, я підписав влітку на 5 років минулого року. Ігор Михайлович, я не повірю, що ви не знали, що... З огромними штрафними санкціями. Я не повірю, що ви не знали, що з 2019 року клуби повинні повернути свої права ні в чого не Федерації футболу України. Ми нікому не повинні. Мы никому ничего не повинні. Это что, было разослано, или были мы предупреждены, или нам об этом кто-то говорил, или было решение какое-то вынесено. Как это? У нас права, мы принадлежат права клубу. И во всем мире так, чтобы вы знали. И Барселону, и Реал. Они долго спорили. Федерация посадила, премьер-лига уговорила передать свои права. Меня мои права никто не заставит передать. Мои права меня никто не перестанет, не даст мне возможности просто так взять и отдать. Пускай никто не фантазирует. Виправте мене, якщо я не правий. Наскільки я розумію, одним з обов'язкових чинників для участі клубу в чемпіонаті України є передача прав Федерації футболу України. За логікою речі, дивіться, ви граєте в Лізі чемпіонів Ліги Європи, Єврокубку. Да. Ви апріорі передаєте права УЄФА. Да. І УЄФА, використовуючи ці отримані права, вона створює пули, які передає, продає, ви отримуєте від це. Судебний процес за цим одразу слідує. Ви що, не розумієте? Я підписав контракт. Я підписав контракт, я нікому нічого не обов'язан. И нигде этого не было принято решение, нигде это не прописано, никаких уставных документов. Я никому ничего не обязан передавать. Это Федерация футбола, может, так приняла? Приняла. Значит, Федерация футбола под названием «Динамо Киев» выпустит свою команду. Вопрос принципиальный. Он будет точно такой же принципиальный, как с Мариуполем, чтобы вы понимали. Ви усвідомлюєте, що може бути ситуація, «Динамо» ризикує отримати недопуск до чемпіонату України? Значить, буде недопуск до чемпіонату. Если будет стоять вопрос, что придется транслировать матчи «Динамо Киев» на канале «Футбол 1», «Футбол 2», значит, будет недопуск. Принципова позиция, ничего не изменит. Если украинский футбол это устраивает, значит, будет недопуск. Или придется Федерацию футбола выиграть суды у канала 1+1. И у группы канала выиграть суды. Освободить меня от тех штрафных санкций, которые я понесу. А понесу их только я, чтобы вы понимали. Если я завтра возьму, передам права в Федерацию футбола, ко мне придут и скажут, ты уплати за эти годы. Мы с тобой подписали. А я подписал. Единый пул – это не означает, что трансляция на одном канале. Пожалуйста, если это они договорятся, что мои матчи будут точно так же транслироваться, точно так же, как они транслировались, пожалуйста, мне какая разница? Мне какая разница? Тобто, мне вас... вопрос один коммерческий только. Денежки платите раз. И где сегодня? Сегодня я не готов, чтобы мои матчи транслировали на ваших каналах. Все, коротко и ясно. Работа премьер-лиги. Да. Ее нового керівництва. Вас влаштовує? Вы бачите реальные изменения в кращий бік? Пока нет. Но я сказал тогда, давайте дадим время. Сколько? Год хотя бы. Рік. Вот и пускай считается, что они сделали. Мы что, получили какую-то свежую копейку, или мы что-то получили, какой-то плюс от того, что они работают. Мы же ничего от этого не получили. Вы бачите тенденции хотя бы на змены на краще? Пока нет. Окей. Я вижу стабильность какая-то. Есть стабильность, проводится чемпионат, больше ничего я не вижу. Это же наша история уже добра. Чемпионат вы ратуете за 16 клубов.
чемпіонат. Да. Ви ратуєте за 16 клубів, при цьому ви... Я просто смотрю географічну карту наших футбольних команд і можу вам сказати наступне. Мені кажеться, що унікально є можливість, щоб такі команди, як Дніпро, Металіст, Волинь, Оболонь, у них все є для цього, во всяком случае, є інфраструктура. Ну, є інфраструктура. Щоб вони були правильно протестировані, ліцензовані і були допущені. Тому я ратую. Но регламент, вот тут ми регламент обязаны соблюдати. Всі проголосували, клуби проголосували за 12, значить, будемо грати в 12. Вас не турбує той факт, що останнім часом, коли у нас було там 16-14 команд, регулярно певні команди не догравали. Вот это меня очень волнует, поэтому команды должны быть хорошо протестированы. Я просто говорю, в свете 16 команд, именно ситуация, сложившаяся сегодня, я хочу вам подчеркнуть это, Оболонь, Волынь, Днепр и Харьков. Есть инфраструктура. И неплохая инфраструктура. Что сегодня немаловажно. Немаловажно. Символічна збірна Ігоря Суркіс. Символічна збірна, основний склад. Я пропоную так. Ну, наверное, в то время, когда давайте, я. Да, коли ви президент. Склад у нас футболістів Київського Динамо, часу вашого президентства. Ну, давайте. Моего імена президента. Так. Воротах Шапковський. Центральні защитники. Віда. Хачариді. Слева Несмачно. Я еще застал. Застал. Лужного бы назвал бы, но не могу, потому что это не мое президентство. Справа. Мне тяжело, вот знаете, вот справа мне вспомнить. Я не помню, Дмитрулин. Играл, по-моему, да, играл. Ну, Дмитрулин, наверное. Ну, у вас и Гусь играл справа, захисником, и... Ну, я не помню Дмитрулин, поэтому я поставил бы Данила Силова. В середине поля, под нападающим, я так бы сказал, Диа Горенко. Опорный полузахисник, чи безопорных будет? Ага. Как это? Поставим сейчас? Давайте. Ну, лучше, чем у покойного Андрюши Гусина. Гусина не было. Ну, не было лучше. Фланги. Фланги, опять-таки, для меня Виталий Косовский. Ну, честно говорю, ну вообще. Там, вы знаете, вот состав такой бы, я бы назвал бы, я бы не... Не хочется не то, что кого-то обидеть. Ну, Юра Калитвинцев, ну, Белькевич. Ну, вы зараз называете всю команду, яка вышла в півфінал 99-го року Ліги Чемпіонів. Вам надо, пускай вам профессионалы составы называют. Ну, Шевченко, Ребровный. Ну, слушайте, я скажу, что вы почему зараз... я назову Шевченко Реброва? Шевченко вернулся. Так. Он же вернулся в «Динамо Киев». Так. Так можно говорить, что он тогда при моем президенте играл. Для меня он все равно остается. Шевченко, Ребров, два нападающих. Шевченко, Ребров, для меня они остаются. Это вообще даже не меняется. Ренкона бы под них. Так. Лучшие годы. И Белькевича туда. И так, тоді что у нас выходит? Ренкон, Милевский. Давайте Милевского в запас поставим. В запас. В 12-м его поставим. Так. Давайте так. Ренкон, два нападающих. Косовский слева, Гусь у нас опорный с Хацкевичем. Поставим их так. Он играл Хацкевич. Гусев и Хацкевич. Гусин и Хацкевич. Гусин и Хацкевич. Два опорных. Так. Косовский. Зліва. Зліва. Ренкон в центре. Ренкон в центре. Два нападающих, нам еще одного, по-моему, надо поставить. Там уже багато, Ігор Михайлович. Ну как багато? У нас виходить... Ну тогда все. На одного більше. Мы же играли без левого фланга. В левый фланг весь закрывал Косовский у нас. Тут в правый фланг будет Данила Сильва закрывать тогда. Опорные будут смещаться, перекрывать эту зону тогда. Ну це складна схема, але да. Має право. А если вы, если современно, так я Ермоленко же обязан поставить в это. То я же был президентом, а как Ермоленко не поставить? А как Цыганкова сегодня не поставить? Это я дань отдаю тем ребятам, которые уже отыграли. И были такие, дай бог, чтобы эти, я бы вам так сказал, дай бог, чтобы эти, сегодняшние футболисты, были бы такие профессионалы, как тот же Ермоленко. Вот, так, вот до мозга костей профессионал. Я отдал дань тем ребятам, вот Косовский, я, у нас была такая история, я прихожу на базу, ему говорю, Витася, такой сон сегодня снился, говорю. Играем в полуфинале и с Баварией.
И счет в Баварии 3-3. И мы идем бить 11-метровый. Он слушает, слушает. Ну что? Я говорю, ты идешь бить. И такая, я делаю такую паузу. Вся команда была. Я говорю, ты не забил. Он так говорит, я так и знал. И вот так вот мы тогда прикалывались. И тогда это был действительно великий успех команды Лобановского. Но там играли ребята, которые просто поверили тренеру. Вот знаете, вот поверили, отдались полностью всех себе. Они играли, играли в футбол, который нравился. После него тяжело, да. Ну, пытаемся. Надеюсь, что все будет хорошо. Я могу вам так сказать, нету непреодолимых никаких конфликтов. Но все надо садиться и решать за столом переговоров. Амінь. Друзі, ну і традиційно для вас завдання. У нас футболка «Динамо Київ», яку підпише зараз Ігор Михайлович Суркіс. І ми її подаруємо за ваше запитання, яке ви повинні написати в коментарі під цим відео. Найцікавіше запитання ми відберемо і поставимо, Ігор Михайлович, вам запитання, запишемо відео з відповіді на це запитання. От. І людина, яку ми оберемо, отримає цю футболку. Давайте. От футболочка з автографом Ігоря Суркіса. Все, дякую вам за інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на канал Вацько Лайф, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли буде потрібно.